Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Ребят, я, можно сказать, только что проснулся, увидел, что на предыдущей серии уже 200 лайков. Сначала такой, нифига себе, и сразу, ребята, так как для вас, сразу же начал сейчас, так, давайте вот этого босса убьем. Я просто не ожидал сразу так 200 лайков, я такой посидел, нифига себе. Конечно, ребята, хочу вас опять поблагодарить, что... Видно, если вам нравится серия, если вы хотите больше Пиксельмона, то вы ставите лайки. Но, в принципе, говорю, ребят, поэтому я хочу вас поблагодарить. Ребята, те, кто говорят, что вот я вас благодарю, да, за то, что вы ставите лайки и все такое, но я не выкладываю сборку. Ребят, еще раз повторять, давайте проще договоримся. Сейчас какая-то... Давайте так. Где-то в течение, допустим, 3-4 серий, думаю, что сборка уже будет. Чтобы больше не говорить, когда точно или приблизительно. От этой серии где-то так 3-4 серии и сборка уже будет. Все, ребята, сборка тогда будет уже, я так думаю, что будет, да. Поэтому, ребята, все. Я сказал, когда будет сборка, и... Ставьте лайки, ребят. Действительно, потому что я просто так зашел там, я думал, я не знаю, сколько я думал. Думал, там лайков 80 будет, да, что еще там успею до новой серии. А я зашел, смотрю, ни хрена себе, я уже что-то опоздал даже как-то. Не, ну действительно, ребят, я вас хочу действительно поблагодарить, то, что вы активно, можно сказать, видно, что если вам нравится серия, если вы хотите продолжения, то вы ставите лайки, ребята. И поэтому я тоже вижу, для меня как бы тоже мотивация, да, и вы ставите лайки, чем больше лайков, ребята, тем больше серий. Так, ух, ты бы еще выше не мог забраться, именно вот на этой горе там. Ладно, ребят, как я понял, нам нужно искать еще глиняную биому, потому что там действительно так дофига спавнится покемонов, которых у нас еще нету, но нам нужно будет. А вот что-то ее, мне кажется, мы... Да ты охренел! Ребят, мы его вообще сейчас практически не догоним, потому что он летает, а мы летать пока что еще не можем. Ладно. Так. Сейчас, ребят, я не знаю, куда бы пойти, честно. Чтобы словить, мне уже столько писало, что слови ты уже Риолу. Что-то вы ее, ребята, так хотите найти. Я понимаю, но прям так, что... Постараемся. Я не говорю, что точно, но хотя бы постараемся. Так. А как она, ребята, пишется? С А или с О? С А или с У? Сейчас посмотрим, ребята. У, да? Так, ну ладно. Где она водится? Я вроде помню, кто-то писал в обычных горах, в Extreme Hill. Так, Пиджи. А, ну это тот Пиджи, который улетел, зараза. Ладно. Давайте покушаем и пойдем домой. И потом, я не знаю, может... Я не знаю, куда бы нам полететь. Нам, в принципе, действительно нужно искать, ребята, глиняную биому. Без нее мы практически вообще... Всех покемонов не словим, а то, что мы ее еще даже и не нашли. Но то, что мы еще пока летать не можем, поэтому, наверное, мы ее еще искать не будем до тех пор, пока мы не прокачаем Старавию Стараптора. А сейчас давайте, ребята, домой. Домой выложим все это в сундук. И, в принципе, пойдем дальше. Так, что у нас тут есть? Что мы можем сюда выложить? Вот это. Это. Сюда это. Нам уже, ребята, нужен второй сундучок. Я говорю, ребят, потом я, наверное, или склад сделаю, или еще что-то такое. Так, давайте. Один орб давайте, ребята, уже возьмем. Уже нам, может, все-таки уже начнем и прокачивать. Орб, давайте первый легендарный у нас будет. Легендарная птица. Тикуно. Молтрес. Забдос. Да, в принципе, пофиг, ребята. Давайте, например, Артикуно. Вот. То есть Молтрес, да. Говорю Артикуно, беру огненный орб. Ну все, ребята, вот.
Молтрес у нас будет. Вот мы, ребята, уже на... В принципе, мы уже и начинаем качать его. Сейчас давайте еще хочу еды. Да, я еще вот это не выложил. Вот эту фигню. Вот. Ах, ладно, давайте еще вот это выложим. А, вот так. Сейчас. Slot beam. Energy ball. Ладно. Нет. Что-то я хотел посмотреть. Razor Shell. А, вот. Ну, так, это опять летающий, да? А, нет, вот Понита, да? Понита. Нам, в принципе, ее тоже. Точно! Точно, ребята, я забыл. У нас нет ультраболов, мы же весь так уже использовали. Офигеть, а про это я забыл, ребята. Да ты чё, охренел, что ли? Ладно. А я про это, ребята, и забыл даже, если честно, что мы использовали все ультраболы. Что у нас уже вообще ни одного даже нету. Тогда, в принципе, смысла нету сейчас его, их всех ловить и искать новых покемонов, если у нас даже нету новых... Если у нас даже нету новых ультраболов. Твою ж мать, ну... Я все понимаю, ты 90 уровень, но... Нужно... Дивота качать. Как можно быстрее, он сам больше так урона наносит. Ладно, этого мы уже никак не убьем. Давай 90 уровень. Делай там. Хотя нет, не убьем. Почти, но... Ладно, нам нужно еще прокачивать самурота как можно лучше. Нужно... Дивота нужно в самурота как можно быстрее прокачать, а то... Так, это у нас тут кто? Старли. О, вот тебя можно убить, тебя мы убьем. Мне так кажется. Если ты там тоже не 90 такой уровень, если ты, конечно, не желтый босс, то мы тебя убьем. Так, ты какой уровень? 26... Ну, 36. Как раз такие нормальные. А, главное, не летай, потому что мы тебя и догнать-то не сможем. Только сказал, зараза. Вот, хотя бы вот так попали. Ах, да ты... Во, еще попали, отлично. Так. Так. Ну и вот... Да твою ж мать, да чё вы такие спавнитесь, вот эти жёлтые боссы? Ну давай. Дивот, может ты? Вот, отлично. Ух, Люкс эволюционирует. Наконец-то. Лучше бы, конечно, Дивот, но ладно. Люкс уже нам тоже нужно. Так, ну чё, давай. Пойдем, ребята, поспим. И, наверное, все-таки начнем делать ультраболы. Опять хотя бы стак. Потому что без ультраболов даже нет смысла никого идти ловить. Люксрей. Вот он. Так. В принципе, действительно, даже нет смысла никуда не ловить, а на охоту идти. Так, в принципе, зачем мы будем идти на охоту, если у нас даже ультраболов нету? Поэтому, ребята, идем мы домой. Выспимся и делать ультраболы. Ну, чё, давай, спи. Спи. Так. Вот, я вспомнил, куда я шел. Я за едой шел. Но так его и не взял. Что у нас практически уже нету. Так, сюда можно вот это выложить. А, чё ещё, в принципе, не... Это кто у нас гости такие? Гости у нас пришли вот сюда. Так. Магмар 51 уровень, ребята. Ему осталось 9 уровней и... Все, даже, мне кажется, Раркенди на него не нужно будет использовать. Так, сейчас, ребята, идем мы за едой. Сюда мы вот это поставим. Сюда мы возьмем, ну, вот это и полстака еще. Отлично. Вот эти. Для ультраболов нам нужно... Ребята, у нас вроде...
У нас железа нету. Да ну нафиг, не верю. Ладно, не верю, не верю, но железа у нас тот факт, что нету. Алюминий. Охренеть, у нас 36 железа. Охренеть. Как? Я чуть не догоняю. У нас же столько железа было. Мы что, уже все профукали на ультраболы? Ребята, мне так кажется, нужно будет потом в шахту пойти по-быстрому. Потому что, как сами видите, железа у нас нету. 64, то есть нужно в два раза больше. Вот так. Верстак, верстак, верстак. Сам это сюда, это сюда, это сюда. И сейчас 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55 60, почти стак получился без четырех штук. Ух, ребята, нужно нам идти за железом и кучей, потому что, как видите, на ультраболы все-таки расходуется. Так, давайте вот это уже тоже возьмем и поставим туда. На ультраболы все это же расходуется. И, да нет, только в принципе на ультраболы, но, как видите, уже у нас нету практически. Так, это у нас вот сюда. Ну что, так, это тоже забираем. Это вот так, это сюда. Ух, ребята, ну что? Делаем ультраболы. Офигеть. Сейчас еще стак долбить, вот так долбить. Но зато хотя бы, ребята, хотя бы когда сделаем себе ультраболы, то в принципе уже... Не скажу, что прям хватит офигеть на сколько времени, но как бы 100 ультраболов нам там хватает на нормально так покемонов. По сути, где-то так штук 20-25, может даже 30, если они будут офигенно ловиться. А потом, в принципе, еще сделаем, только до того еще нам нужно в шахту будет сходить, хотя бы еще в стак 2 железа себе добыть, потому что, в принципе, действительно уже нету. А железо нужно. Ну, например, сейчас, если мы уже используем. Мы уже использовали это железо, у нас больше железа нету. То есть, если мы захотим делать еще ультраболы, то у нас железа уже, ребята, и не будет. Ну, полстака мы уже себе надолбили. В принципе, нормально. Еще полстака вот этого, потом еще полстака железных нижних чер... А вот что я вспомнил, ребята. А у нас есть кнопки, то есть нужно ли нам еще камень жарить? Ну сейчас давайте вот это добьем, вот эти 20 чем-то штук, и пойдем посмотрим. Потому что если у нас действительно нет камня, то еще камень нужно жарить. Это тоже, ну... Стак камня, в принципе, не очень быстро, но... Вот, ребята, первый наш топор сломался. Ну, молоток какой топор, почти. Алмазный. В принципе, мы его даже не крафтили, а просто выбили. Вот, все сломал. Да, сломался. Фух, ну, в принципе, дофига он так наковал, и он быстро вот это все делает. А интересно, его зачарить нельзя там на прочность или на эффективность, чтобы еще быстрее долбил? Идем проверим, может. Если, например, на эффективность, то он еще быстрее будет. То есть, сколько он тут? 10 секунд сейчас. Так вообще, брум-брум-брум. Ну, фиг его знает. Да, в принципе, не так мы часто делаем ультраболы, чтобы нам чарить молоток. Так, ну что, давайте еще тут пару штучек добьем. Хотя, в принципе, уже не нужно, потому что у нас железа не хватает. Раз вот эти 4 штучки. И пойдем, ребята, посмотрим, есть ли у нас камень. То есть не булыжник, а сам камень. Если нету, то еще вот это нужно ставить на пережарку. Вот туда. 40 штук. А, вот, отлично. Отлично, я уже думал, нет. Тогда давайте еще 2 стака сразу же поставим, чтобы было. А то там нету. Отлично. Поставили. Так, сейчас. Давайте сразу же сделаем это сюда, и, ребята, пойдемте дальше ковать. Еще один стак остался только сейчас железных. Офигеть.
Ну, хотя бы доделаем и потопаем, ребята. Прокачать Старавию. А, ща. А, нет, я думал, у нас хотя бы там парочку вот этих есть. Раркенди, чтобы прокачать Старавию. То есть, чтобы прокачать Старавтора, уже хотя бы полететь на поиски той же Глиняной горы или... Или фиг знает чего. Каких у нас еще гор не хватает? Глиняная, да? Как гор, биом. Каких нафиг гор? Вроде... О, чё за... Вроде вот этой, только глиняной не хватает. Но зимний лес, я не знаю, есть ли он вообще, то есть... Есть зимний лес, только без снега, да, те же ели есть, но там снега нету. Может, это он просто растаял? Наверное. А так, в принципе, мы уже все биомы нашли, кроме глиняной, и все. То есть только вот эти. Ну, не считая там грибной биом, но грибной биом это такой, нам, в принципе, даже не нужен. Поэтому, в принципе, ребята, нам сейчас нужно искать глиняный биом. А, нет, смотрите, мы же ловили покемонов в пустыне, и как вот тут называется биома? Я не помню. Там возле пустыни сафари нет. Я не знаю, ребят, вот это. Я не знаю, как она называется. А там не пишет случайно. О, пишет, как она называется? Нет, не пишет. Не пишет. Ладно, ребят, такое. Там мы уже более-менее так половили покемонов. Конечно, у нас там еще половины покемонов не хватает. Но все же, ребят, сейчас мы, наверное, или в джунгли пойдем, чтобы оттуда выловить покемонов, которых нам не хватает. Или же, например, сейчас прокачаем Старавию и потопаем, ребята, за... Искать глиняную биому, да. В горах тоже у нас еще есть покемоны, которых мы, в принципе, не словили. Тот же Риолу, да, как говорят, нужно его поискать. Но... Говорят, что он не прям так очень спавнится, то есть... То есть фиговенько он спавнится, да, но все же поищем, ребята. Или потом он сам найдется. Так, ну, хотя бы мы уже, ребята, вот это додолбили. Точнее, сделали себе уже... Еще практически стак ультраболов. Вот так, отлично. Так, это у нас там кто? Снайп. Во. Потопали. Нормально, ребята, то есть... Еще стак ультраболов нам, в принципе, хватит, чтобы там еще словить покемонов так 20-25. Так, Магмар, ну чё? Давай-ка ты. Отлично. Старавию бы реально прокачать, но... У нас и вот этих нету. И золота нету, а чтобы это все делать, нам это покупать нужно будет. А где вообще Extreme Hills? Вот тут они. Ну, по идее, там должны быть. То есть это как обычные горы в предыдущих версиях, только там уже снегом. По идее, там должно быть вот эти все Extreme Hills. Поэтому, ребята, сейчас давайте мы туда потопаем. Так, это у нас там кто? Стантлер? Ни хрена себе, ты тут заспавнился. Вроде вот он только в тех грибных биомах, я его каждый раз видел, он там спавнился. Не в грибных, а там в биомах, где ель, вот он там спавнился. Да и в гриб, не, в грибных не помню, но и тут он заспавнил. Ни хрена себе, сколько опыта. Один, два алмазика, можно и так сказать. Так, Старавия 29, ребята. Магмар 51, ну, нормально. Арбок 30, он вроде только что был 28, уже 30. Или он был 29. Ладно, не суть, то есть, ладно, 30 так 30. Сейчас, ребята, летать мы еще пока не можем, поэтому, наверное, все-таки потопаем в горы. У меня тут, да, прописанный, поэтому... Пойдем, ребята, хотя бы поищем. Так, кто там еще уровень прокачал? Люкстрей, да, где вот Глум... Ну, по одному уровню. Нормально.
Потопали и потопали дальше, ребята. Сейчас мы посмотрим, тут ли вот эти все Extreme Hills. Где тут вообще это? Ага. Пошли, посмотрим. Вдруг еще и... Хотя Снорлаксы нам уже, в принципе, не нужны, так как, но... Посмотрим, ребята. Там еще есть также покемоны, которых у нас нету. Поэтому можно, ребята... Тоже их словить будете, если их, конечно, найдем. Потом, так, это у нас там кто? Это у нас там Джудут. Нет, не будем мы туда идти, хотя... Он, в принципе, близко, но... То, что говорю, сейчас вот этот сюда выбираться... А, нет, вот он. Там еще Оникс. А в Оникса, кстати, добавили... Нет, я не думаю, что добавили ему эволюцию. Ну, фиг его знает. Иди-ка ты сюда. Джиудуд. Да мы его и магмаром убьем. Так, отлично. Вылечимся. И вот тут спавнится Риол. Да, Extreme Hills. А у нас написано. Да, отлично, написано. Ну что, ребята, все, сидим и ждем, пока заспавнится. Или нет, или просто будем бегать. Как бы тоже говорили, что он не очень так офигенно спавнится, то есть он вообще толком не спавнится, его тяжко, его очень тяжело найти. Ну, попробуем, то есть мы в горах и так, в принципе, всегда через них пролетаем, поэтому как раз нормально. А ну, Хитмончан, если тебя не убьем, то давай хотя бы попробуем словить. Давай, Глум. Главное, не убей. Давай тогда слип. И вот. Отлично. И сейчас вот ультрабол. Может словим? Если, ребята, словим еще один покемон будет. А у нас насколько там заполнен покедекс, я не помню. О, отлично, еще и Хитмончана словили. Вроде 20% там писало. Клиффери, ты... А, она у нас уже есть, ребята. Ну, в принципе, отлично, 40 уровень, убить можно. Потопали дальше. Манчлакс. Да, Манчлакс. Манчлакс у нас тоже. Сейчас проверим. А то я не помню. Но думаю, что есть. То есть... Есть. Отлично. Тоже яблоки падают. Так, там еще один Хитмончан. Ладно. Это мы, наверное, выкинули, оно как бы не пропадает, по сути дела, поэтому оно там и валяется. Так, Оникс. Ну, в принципе, говорю, ребят, сейчас нам нужно ловить всех покемонов подряд. Давайте посмотрим, какой там вообще уровень Оникс. 38. Я не знаю, сможем ли мы его. Хотя, давайте сейчас его так покоцаем магмаром. И попробуем словить, ребята. Еще раз. Отлично, сейчас Глум, да? Да, Глум. Твою мать. Ладно. 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 Ну, тогда потом стоим. В принципе, Ониксов тут всегда куча, можно сказать. А, вот еще один. Так, Сабэй у нас есть, но его убить... Да, Оникс еще один. Ну, в принципе, говорю, ребят, Оникса мы потом еще сможем найти, то есть... Он не такой уж прям редкий, что хрен его еще найдешь. Вот еще один. 34. Охренеть. Вот. Ой. Вот ты Глум. Так, подняли, отлично. Там еще боссик, но... Клиффери. Ну давайте потопаем еще туда, ребята. Старая 29-я. На каком она вообще эволюционирует? Вот там еще один Оникс. Ну, говори, ребят, Оникс, ладно, мы потом словим. То есть мы всегда, когда тут пролетаем, тут всегда куча Оникса. Вот только Клиффери, зараза, пропала. Вот там еще Снорлокса вижу. Так. Да, больше, в принципе, никого не вижу. Нет, ребята, нет, Риол не спавнится. Хотя, в принципе, мы сейчас и не в Extreme Hill. Не, Extreme Hill.
Я думал, вот туда на самую верхушку нужно. А нет, ребята, вот тут тоже можно. Поэтому, в принципе, тогда может тут даже покачаться, если она вот тут спавнится. Если так правильно люди говорят, что она спавнится в Extreme Hills. Поэтому, в принципе, даже и тут можно половить всех прокачаться, если она тут спавнится. И может, да и заспавнится, фиг его знает. На карту мы же смотрим, а у нас прописано, да. Поэтому нужно ждать, ребята. Как она заспанится. Так. Ух ты, вообще сладенькая попалась. Сахар с нее выпал. Вот ты. Ладно. Давай Джиодути. Ладно, сам взорвался или что он там сделал. Больше какого-то большого уровня я не вижу. Ну, вот это Extreme Hills, поэтому, ребята, если вы так хотите Риолу, да, то тогда можно и тут даже побегать иногда. Фиг его знает, честно, сколько нужно бегать. Ну, говорят, что она вообще нереально просто спавнится, то есть практически не спавнится, да. Но попробовать можно, то есть. Не знаю, сколько ее нужно будет искать, но если вы, ребята, так хотите Риолу. Так, давайте еще вот этого попробуем. А, он в бо... Нет, не в бою. Так, только не убивай. Не убивайся. Еще раз. Так, ну давайте попробуем. Там еще босс я вижу. А, видел, точнее видел босса, уже нету. Вот зараза, ну чего, Никс, давай, давай, давай. Ух ты, каменная хренотень, чем бы тебе так... О, вот сейчас давайте попробуем. Сейчас, по идее... Давай, давай, каменная хренотень, словись. Ладно, я пошутил, пошутил, ты Оникс. Ладно, видите, обиделся, зараза. Ты обидчивый. Ты обидчивый. Да хорэ меня блупасить. Я же тебя не бью, я тебя усыпляю. Сказочку тебе там рассказываю. А ты бьешься, зараза. А ты бьешься. Ладно, давайте еще вот этот, потом еще один используем. Если не словится, иди ты в попу, Оникс. Видите, пускай он идет в попу, если он такой, то ладно, мы тоже обидимся. Ладно, не обидимся, мы потом тебе словим, если что. Ладно, тогда, ребята, нету смысла. Если он такой, зараза, да? Потом его словим. Тут, в принципе, куча ониксов, нам сейчас не о ониксе нужно думать, как его словить, а нужно о других тоже думать. Ай. То есть того же Риолу может поискать, или я говорю, в те же джунгли пойти его там покемонов поискать. Там их практически вообще охренеть какая куча, а... Тот же Трико, да, можно словить. Ну хотя в следующей команде у нас вот этот, как его, травяной покемон будет Снайви, а потом уже, в принципе, и Трико, но все же словить же нужно. Чтобы не потом, когда у нас уже будет прокачана команда, потом ловить, да, потому что у нас нету тройных покемонов. Так, этот в земле. А вот тот там. Это у нас кто? Гравилер. Так, ну давайте его убьем. Это все же. Ну, в принципе, надо вот тут только сюда зайти, и вот тут везде Extreme Hills. Только, типа, не нужно подниматься куда-то там на горы, а вот тут везде. Если мне, в принципе, если ребята правильно сказали, что она вот тут спавнится в горах. Если правильно, то будем искать тут. Если нет, то тогда мы вообще тут без смысла ходим. Ладно. 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 Может, хватит? Вот сейчас. Вот ты зараза, а. Попадаются такие, которые ни хрена им не наносят и...
Еще и всех убивают с одного удара. Иди сейчас сюда, зараза. А сейчас что? Конечно, тогда у тебя там криты пошли пару раз подряд, поэтому... Так, это можно выкинуть. И вот... Это, в принципе, можно выкинуть. А тут у нас кто сзади нас заспавнился? Диглет. Кто же еще, ребята, если не Диглет? О, Черезардушка. Здрасте. Здрасте, здрасте. Так, мы словили Хитмончана, а вот еще Хитмонли на подходе. Там кто у нас? Чимчар... Монферно, вот там кто там у нас. Хитмонли! Главное, не убей. Словили боксера. Давайте попробуем словить и каратиста, или кто это тут у нас. Матчап у нас уже есть, тем более Шани, ребята. Поэтому все бойцовские у нас есть. Нет, у нас манки еще нету, а манки в джунглях водится. Поэтому нужно еще будет за манки пойти. Ну, в принципе, это такое, знаете, ребята. Это не такие, которые... Это не такие покемоны, которые толком не ловятся. А их куча, можно и так сказать. Ну вот, отлично. Еще мы Хитмончана, еще мы Хитмонли словили. Ни хрена себе тут шахточка. О, ребята, я, наверное, сейчас в шахту пойду, но как бы уже без записи. Потому что, как я говорил, ребята, нам нужно пойти в шахту за тем же углем, да? После этого, ребята, мы, в принципе, продолжим тут, наверное, или за Риолу охотиться, или... Фиг его знает. В принципе, нам сейчас нужно прокачать Старавию. После этого мы пойдем за... Мы пойдем, ребята, искать глиняную биому. И, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим. Не забываем, чем больше лайков, ребят, наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем... Пока.